Всем салам алейкум. Это Хедер из Пакистана, и это канал BEDX. Мы продолжаем смотреть выступление Димаша. В прошлый раз я слушал песню «Hello» и был, как всегда, сражен наповал. Он просто не может разочаровать меня. Каждый раз он демонстрирует что-то сверхъестественное, что-то новое. Еще и на разных языках. И мне остается только хлопать ушами. Итак, самый популярный запрос — это песня «Adagio». Давайте глянем, что здесь будет. И после обсудим это. Так он еще и на пианино играет. Он сейчас за клавишами. Я не знал об этом. Вот дает. У него столько талантов. Ладно, ладно. Давайте погрузимся в это. Я, кажется, знаю эту песню. Это «Adagio» Лары Фабиан. Да, так и есть. Я раньше часто слушал эту песню. Давайте-ка еще раз. В своем репертуаре. Красиво играет. Прослушайте эту ноту. Сколько же в ней нежности? И сколько же в ней эмоций? Началось. Это прекрасная песня. В общем, он сейчас поет по нарастающей. Мне понравились эти эмоции и эта живость, которая была в самом начале этой песни. Сейчас это такой некий переход к припеву, и он поет мощнее. Кстати, я обожаю его костюм. Я уже не раз говорил, что мне нравится его стиль. Он подгоняет себя под эту эмоцию. И как же сказать? Одевается согласно тому, что он поет. Знаете, он чувствует песню, и он готовится к ней. Каждая мельчайшая деталь. Перфекционист до конца ногтей. Я помню эту песню. Обожаю ее. В легкую.
Я жду вот этот момент. Это душераздирающий момент. Полный финиш. Там люди сидят и плачут. Эта кульминация взяла меня за сердце. Я был на грани того, чтобы пустить слезы. И он опять сделал это. Он делает это каждый раз. Также я поражаюсь его умению петь на разных языках и при этом иметь довольно отчетливое произношение. Как? Как он это делает? Учитывая, что это такой запредельный вокал. Так как он поет, это же сверхчеловеческие способности. Разве может быть такой диапазон у человека? Он же сам как инструмент. Он же просто ходячая пианино. Он может петь с самых низов до самых верхов. При том, что он еще и мужчина. Иметь такой диапазон, брать такие высокие ноты, это ж неслыханно.